была сделана заявка на фильм «Интерстеллар». Я уважаю свою аудиторию, честно выполняю ее заявки. Поэтому я решила рассказать вам про него. Премьера фильма состоялась 26 октября 2014 года в Лос-Анджелесе. Режиссером картины стал Кристофер Нолан. В 2015 году «Интерстеллар» получил «Оскар» за лучшие спецэффекты, хотя был в 5 номинациях. А теперь я вам расскажу 5 фактов о нем. Поехали! Факт номер 1. Кристофер Нолан выбрал на роль Купера Мэттью МакКонахи после того, как увидел его игру в фильме «Матрица» 2012 года. Факт номер 2. Объяснение черной дыры с использованием бумаги и пера точно такое же, как и в фильме «Сквозь горизонт». The third fact. Сценарий основан на работах физика-теоретика доктора Кипа Торна. Аллилуйя! Аллилуйя! Я сказала именно. Четвертый факт. Фильм был снят под вымышленным названием «Письмо Флоры». Это название фильм получил в честь дочери Кристофера Нолана, которую зовут Флора. Но в прокат он вышел под названием «Интерстеллар», что в переводе с английского означает «межзвездный». Факт номер 3. Чтобы воссоздать поле кукурузы, артодел высадил 2 квадратных километра кукурузы. Не, ну вы представляете, 2 квадратных километра кукурузы и всего лишь один артодел. На сегодня это все. Будут новые фильмы, новые факты про них. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Ссылочка на фильм в описании. И самое главное, напишите в комментариях, о каком фильме мне рассказать в следующем видео. Хотя у меня уже есть идеи насчет того, про что вам в следующем видео рассказать. Всем пока!